when I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, может расслабили, может расслабились, не знаю. Значит, будет боевики на следующей две игры, которые остались в группе. У нас ничего глобально эта картина не поменяла в группе, и основные соперники меняющие. Вот. Будем бороться. Полностью провальный первый тайм, что не получилось? Ну, немножко люди чуть-чуть опоздали, перепусывали наши четверки, которые были стандартные. Матч, началась какая-то паника, плюс вратарь сегодня немного нервничал и заработал тоже карточки на ровном месте, хотя и защитники тоже помогли в первой желтой карточке. Наверное, начался этот сумбур, неправильно немножко начали игру, мы забили свои два гола, и после этого начались нервы. Первый тайм полностью. Справедливо судья удалил? Ну, не знаю, надо повтор смотреть, я сейчас не могу. Я на эмоциях могу сказать справедливо, а там посмотрим. Понял, спасибо. Спасибо. Игра была с очень сильным соперником, лидером группы. Хороший первый тайм. Поздравляю вас. Спасибо. Да, соперник, наверное, один из самых сильнейших в нашей группе. Видно, у них нормально люди собираются. У нас сегодня не подъехало пару человек. Получились там свои нюансы.
ну так вроде бы справились со своими ассасинами. Дальше, я думаю, мы будем добавлять. Вы считаете, кто лучший игрок в вашей команде сегодня? Я думаю, лучший игрок у нас команда «Феникс». А победа вообще тяжело даваться? Нелегко, скажу сразу, потому что у нас одна замена, и то человек как бы наполовину восстановился, наполовину не восстановился, нам было тяжеловато. Ну, они увели пятого, видно, что люди, наверное, не сильно играют с пятым, потому вернулись с четырем, и нам уже стало полегче. Ну, счет 6-2, реализация сегодня 100%? Ну, думаю, процентов 90, да. Что хотели, то и забили. Что захотели, да. Все, спасибо вам, удачи. Спасибо.